Здравствуйте, прекрасные девушки. Перед вами Юрий Спасовуковский, Роман Саневский, профессиональные тренеры. И мы хотим снять видео специально для девушек. Мы хотим сделать такое видеообращение для наших зрительниц. Скоро лето, вы окажетесь на виду, ваш мужчина будет на вас смотреть. Если вашего мужчины еще нет, то ваш потенциальный мужчина будет выбирать вас, будет любоваться вами, захочет с вами познакомиться. И, конечно же, тут не на последнем месте будет фигура. То есть косметический салон, что еще там, шопинг, это все хорошо. Но мы смотрим на фигуру прежде всего, это 80%. И мы хотели бы, конечно, вам рассказать, каково для прекрасной девушки чувствовать себя в хорошей форме, иметь, быть сексапильной, какой еще быть? Быть обожаемой и желанной. Обожаемой и желанной — это вообще невероятно, точно сказал Роман. Но прежде всего иметь хорошие мышцы, особенно ягодичные мышцы, мышцы груди, иметь плоский живот, какого-то. Но мы же не были девушкой с плоскими животами. Мы не можем. И мы не были. Ты же не сексапильная женщина. Нет. То есть можно догадываться. Поэтому мы приглашаем в кадр сексапильную, очень женщину с большим опытом сексапильности. Вот она пришла. Это Диана Казарян, наша модель. Я думаю, она уже лучше расскажет девушкам, каково, как это классно. Быть симпатичной, быть в хорошей форме, иметь хорошие мышцы. Вот ты когда начала заниматься спортом, ты почувствовала, что помогает? Я почувствовала такие выкрики на улице постоянно. Вау, боже, о, взгляды такие. То есть, казалось бы, ты и была достаточно привлекательной моделью. Да, сейчас это все в два раза увеличилось. Эти все возгласы. То есть, не потому, что у тебя стали большие бицепсы, да, ты в основном когда тренируешься. Мышцы ягодиц, да. Потом подтягивается. Мышцы пресса. То есть ты чувствуешь себя, что живот стал меньше. Талия уменьшилась, ягодицы округлились. И вот каково женщине быть сексапильной, приятно ли это ощущение? Конечно, приятно, еще бы. Мы просто не пробовали быть сексуальными женщинами. То есть ты рекомендуешь это? Я рекомендую. Это классное ощущение. Я думаю, что такое же ощущение просто обязана почувствовать каждая девушка, которая получит диск методика Юрия Спасовуковского для женщин и улучшит свою фигуру, так же, как это сделала по моей системе Диана. И в свою очередь мы можем сказать, как опытные люди, да, что когда девушка занимается спортом, у нее накачаны ягодичные мышцы, поневоле как-то взгляд туда притягивается. Да. Не, ну даже вот ты на полном серьезе, я вообще профессионально тренирую, я не пристаю к своим клиенткам, там, я веду себя корректно, но когда видишь, что девушка привела себе форму, как-то вот, хочется смотреть бесконечно. Приятно с такой девушкой заниматься тренировкой. Даже просто поговорить, да? Хочется находиться рядом с такими женщинами, которые сидят за собой, ходят в зал. И я думаю, что вас может окружать много мужчин. Это ваши коллеги, мужья, друзья, поклонники, возлюбленные, родственники. Неважно, всем будет приятно, если будете хорошо выглядеть. И они будут бросать на вас восхищенные взгляды. И, конечно, нужно прежде всего верить в себя. Нужно заниматься собой, полюбить себя. Вы достойны того, безусловно, я уверен. И ты же тоже в этом уверен? Да. Я считаю, что каждая женщина достойна того, чтобы она полюбила себя, и ее все полюбили, восхищались ей, гордились ей. И мы хотим вам пожелать именно этого. Спасибо, наши любимые зрительницы. Пока. Бай-бай. Наговорили кучу всего. Я доведу всех женщин до их идеальной фигуры. Выключай.